Оля, Оля у нас снова в Ярославле. Да, всем привет. Вот мы напротив этого магазина, мы ее даже наконец-то покажем. Это маленький такой отделчик и Фраше, и Лёля там, я думаю, что удачно закупилась. Удачно. Вот отлично. Будет говорить, что у меня опять этого дофига, но у меня его дофига. Да, поэтому это вот все как надо нам с Лёлей. Вот, кстати, здесь этот работающий эскалатор, он работающий, потому что мы сейчас только что с Лёлей были в этом, в общем, ну, там, месте, где едят, да, фудкорт так называемый, да, на третьем этаже. Там, в общем, у нас один не работал, мы пешочком поднимались, но сейчас нашли другой с другой стороны, который работает. Вот, а, штаны же, точно, сейчас. Штаны. Надо было показать, что это те же самые, на фотках я их видела, наверное. Давай, вставай. Во. И с футболочкой еще, да. Вот. И тапочки классные. Да, тапочки новые. Вот, меня тут не это не видно в кадре. Ну ладно. Сегодня мы будем Лёлю показывать. Ну потом, возможно, и тебя. Да, сейчас я, может, зарежу. Ну ты, может, что там подвырежешь, что я тут базарю. Тут пока минута, короче. Минута молчания. Да, мы вдвоем. Думаю, что нас будет видно, я надеюсь, по крайней мере. Я тоже вот. Думаю. В общем, чего мы делали? Мы вообще, как только сходили в магазин и прошли, мы сразу захотели есть. Ну, точнее, Лёля уже приехала, хотевши есть. Вот. А я, так как у меня сегодня тоже был только завтрак, кашка, кстати говоря, да. Вот. Остальное все было вредно после каши, но это уже можно пропустить. То есть это были роллы. Что я ела? Роллы, салат и морс. В принципе, да. Что из этого? Только роллы вредные, наверное. Вот. В общем, сходили мы в Манеке, у нас здесь есть такой отдельчик, но все-таки этот отдельное, как его называют, кафе, не кафе, а ресторан лучше. Да. Вот. Сейчас тут сидим, мы очень ненадолго здесь присели. Потому что нам надо идти дальше. Да, потому что нам надо бежать в магазин Калина, мы его наконец-то нашли. Вот, мы сейчас по дороге, может, чего-нибудь еще там, какие-нибудь виды вам снимем. Вот, и вернемся, наверное, еще. Сюда. Ну да, то есть мы. Вот мы сейчас подошли к магазину. Погода хорошая для съемок, потому что довольно-таки пасмурно, но нет дождя. Что плюс. И мы уже сейчас подошли. Почему туда пришли? Наконец-то здесь у нас этот магазин открылся. Вот мы с Лёлей туда, я думаю, что попадем. И там есть много чего интересного. Я уже заходила, посмотрела там ассортимент, цены. Ну, в общем, все нормально. Вот. Если что, будем уже, да, Лёля, отдельно записывать там покупки всякие, что мы там взяли, не взяли. В магазине, наверное, не получится снимать, но там в магазине как в магазине. Там куча всяких марок, вообще от белорусских начиная, там бабушка Агафья есть, потом там есть вся, вот этот свист, который я хочу себе посмотреть в уходе за лицом, который у меня был ночной крем. В общем, там всего дофига, очень много, и я думаю, что что-нибудь там понравится. Вот. Да. Лёля, ты как хочешь туда идти? Я хочу туда идти, я в Рыбинске там была и закупилась очень в свое время, в 2014 году, очень-очень много. Вот, ну посмотрим сейчас, насколько Лёля закупится, намного или нет. Вот, но там вот выбора на самом деле много в этом магазине. И мы уже ходили в него как-то раз, когда в один из приездов Лёли, там было закрыто. Помнишь, мы ходили, здесь рыскали, ничего мы не нашли. В общем, мы нашли только, что закрытые двери, надпись, что она здесь когда-то была, эта Калина, и потом все, она пропала. Вот, но сейчас ее снова открыли, поэтому мы такие решили сходить, в общем, посмотреть, а может, что и закупиться. Да. Вот, но так как мы еще будем встречаться скоро с Настей, там у нас уже не получится снимать, потому что мы сами не знаем, куда мы пойдем, чего, как. Вот, поэтому мы, наверное, уже будем заканчивать влог. Сегодня у нас он будет маленький. Да. Вот, поэтому мы с вами еще увидимся. Вы когда-нибудь у Лёли на канале увидитесь. Да, я помню, что там просили меня, а нас вообще с Аленкой, соснять Ярик, ну как-нибудь в другой раз, ребят. Да, потому что мы мало времени как-то были на улице, и погода не совсем располагающая, и времени мало. Пришлите нам солнышко в лето. Да, ну Лёля, я надеюсь, еще приедет летом, будем надеяться. Ну все, тогда до свидания со мной. Пока.